70% молодых жителей района Казбек-Би избегают медицинские призывные комиссии. Представители по делам обороны Юго-Восточного отдела полиции предупреждают, что за уклонение от службы вооруженных сил Республики Казахстан управление внутренних дел будут заведены уголовные дела. Нынешней осенью было запланировано призвать служить в вооруженных силах Республики Казахстан более 12 тысяч человек от 18 до 27 лет. С 1 октября начали действовать медицинские и призывные комиссии. Но, как выяснилось, служить родине молодые люди не стремятся. Только 30 человек из 100 добровольно соглашаются на службу в армии. Призывниками в настоящий момент в неполной мере понимается ответственность по прохождению медицинских комиссий. И идет большая неявка на территории района, по району Казбек-Би, на медицинские комиссии и определение их степени годности. Местные исполнительные органы власти и органы военного управления Министерства обороны проводят розыск. На нерадивых призывников будут заведены уголовные дела. По факту уклонения от воинской службы отделом дознания Юго-Восточного отдела полиции возбуждено одно уголовное дело. Данное уголовное дело находится в производстве, ведется расследование. На сегодняшний день возбуждено одно уголовное дело, поэтому представители отдела по делам обороны района имени Казбек-Би и Юго-Восточного отдела полиции напоминают, во избежание уголовной ответственности молодым людям следует добровольно пройти медицинскую комиссию. Бакытгуль Укасова, Диас Нурмуханов, Артем Ковалев, 5 канал.